сейчас идет, засыпаете, да, землей? Клеющуюся, да, участки? Как долго уже клеит и по какой причине? Пожарные не смогли остановить. Огонь перекинулся на полигон. И это стало причиной тления, да? Нет, оно загорелось. Так как мусор прошлогодний зимний. Он сырой был. Поэтому он как бы открытого огня нет. Вот он с того угла вот сюда добрался. Когда это случилось? 4 мая. И вот на протяжении 2 недель, да, вот чуть больше вы сейчас засыпаете, да, работу. Может ли это стать причиной вот этого смога и запаха едкого, который вот на протяжении нескольких нет, дней стоит? Нет. Я потому что сам езжу в город. В городе такого нет, ну, как бы запаха. Когда ты сюда подъезжаешь, да, видно. Но сегодня утром... Вот слышал, видите, еще осталось. Вот это все было в пелене, все в дыме было. Хотя ветер оттуда идет. А еще один такой вопрос. Тлеет же он круглосуточно, верно же? Конечно. Вот.